Мне всегда очень интересно увидеть реакцию человека на портрет. И благодаря вашим комментариям я понял, что это интересно не только мне. Поэтому в этом видео вы, конечно же, увидите этот момент. А тем временем я все больше влюбляюсь в этот формат портрета с натуры. Особенно это ценно, когда до этого писал очень много картин по фото. Очень сильно чувствуется разница в ощущениях. Когда перед тобой сидит человек, и ты пытаешься уловить самую суть, это, конечно же, гораздо более интересная история, чем работа по фото. Но я точно не из тех, кто будет говорить, что работать нужно только с натуры. Работа по фото дает гораздо больше свободы и упрощает процесс. И если вы в процессе обучения, это просто необходимая практика. Ну и как обещал, делюсь с вами реакцией девушки на портрет. Как вам результат? Да, очень. Правда? Блин, спасибо.